Всех приветствую, всех родовид, с вами Светлана, ваш таролог и проводник. У меня такого не было. Подписываемся, жмем на сердечко для энергообмена, пишем в комментариях, да будет так. Присаживаемся, пофиячим. О чем речь? Сейчас посмотрим, о чем речь. У меня такого не было. Ой, показано. Интересно. Мы посмотрим, с чем это связано. У меня такого не было. У меня такого не было. Но здесь показано, знаете, когда немного нарушена гармония в отношениях. У вас такого не было. У вас такого не было, когда, знаете, когда вас обманывали. Угу. Приходилось бороться. Здесь, когда человек хотел свои отношения укрепить, показано. Укрепить. Прикладывал много усилий. Много энергии. Ему казалось, что в этих отношениях есть что-то особенное. Есть какое-то притяжение, сила. Но это показано, все связано с прошлым. У кого-то и в прошлой жизни не получались отношения. Здесь люди, которые смотрят меня, находятся в состоянии одиночества. В состоянии одиночества, мои хорошие. Смотрите. Конечно, у вас показано, не было нормальных отношений. Это карта Луны, карта предательства, карта обмана, третьих лиц. Знаете, когда вас полностью опустошили. Здесь просто внутреннее состояние кризиса, непринятие себя как личности. Человек должен принять себя как личность. Мы иногда, знаете, мы должны преодолеть свои страхи. Мы должны преодолеть свои страхи. Это очень важно. Чтобы изменить ситуацию, в которой вы оказались, мы должны преодолеть страхи. То, что у вас не получится, а может это повторится. Я уже никому не верю. Это ваши страхи, это ваши блоки. Да, вам тут разрушали вашу жизнь, да, мешали, да, вставляли палки в колеса, да, завидовали. Вы говорите, когда мне было трудно, меня никто не поддержал, у меня никого не было. Почему? Почему? Потому что, знаете, вы пройдете через это. Пройдете, вы встретите такого мужчину, который соберет в себе ипостаси всех мужчин. Вам просто попадались не те люди и страхи. А когда принимаете себя и только себя, здесь показано, встретите такого мужчину, который ради вас готов на все. Любить, ценить, бороться. Смотрите, ради вас готов любить, ценить, бороться. Понимаете, это ж очень важно. Очень важно. Здесь мужчины соберут все ипостаси, а у кого-то проиграется, что даже и выбор будет, а вы говорите, что нет. Да, вы говорите, у меня их трое было. Кто-то говорит, у меня их трое и было. И ничего не получилось. Да, было. Может, это третьи отношения у кого-то были. Может, разводы здесь, да. Разводы, уходы. Снова ситуация висела, снова конец показан. Да, кто-то говорит, у меня это и третьи отношения были. У кого-то это третье. И все впустую. Нет, не впустую. Страхи отбросьте свои. Потому что в вашу жизнь действительно идет любовь. Та любовь, которую вы заслуживаете. Вы, как знаете, проходили, где вы поставите точку всех тех отношений, которых у вас были до этого момента. Почему? Потому что здесь Вселенная давала вам уроки. Чтобы вы научили себя любить и ценить то, что вы не могли сделать. Любовь идет в вашу жизнь. Предложение идет. Может, здесь человек на расстоянии, потому что здесь звезда. Звезда. Человек, который действительно говорит, ну что, дождалась? Дождалась, ты долго ждала. Долго ждала. Долго ждала. Может быть, какого-то совета у кого-то хотела спросить. Это твои уроки. Вы говорите, я сама все на себе тащила, всю семью всегда. Ни от кого не зависела. Тяжело было, трудно было, ты говоришь, женщина.
воздушного знака в этих энергиях. Все свои планы и проекты я реализовывала сама путем приложения своих способностей, своей силы. Вся избитая, избитая этими испытаниями, ношей своей жизни. И что? Дается шанс стать императрицей. Снова по дьяволу. К страстной любви. Знаете, говорит, вас дьявол искушал. Искушал для того, чтобы в вашу жизнь ввести человека, который вас будет любить. Вы знаете, словно здесь, словно вы как обретаете все сразу. Дом, финансы. Вас, наверное, даже это как-то испугает, что не может такого быть. Это невероятно. Конечно, не может быть. И у вас такого не было, конечно, не было. Поэтому как-то придется еще с этим, к этому привыкнуть. Да? Не могли, пока зана раньше все тянули на себе, тяжело были, да? У вас такого не было, не могли привыкнуть. А теперь надо будет привыкнуть к тому, что у вас все есть. Ой, блин. Это же, знаете, разрушить надо. Да, здесь показано. Здесь мужчина тоже проходил через страдания, борьбу, испытания. Тоже проходил, тоже отказывался. Вы словно как два одинаковых человека. Но пришло время, он говорит, я так устал бороться один, я устал, и мне нужна именно такая женщина. Ох, сколько раз ему разбивали сердце здесь, сколько раз ему здесь разбивали сердце. Потому что, смотрите, и вы были с человеком, который вас разбивал сердце, который не принял вас как любимую женщину, которую вы любили человека. Но вашу жизнь зато... Но у вас еще есть показано у кого-то обязательства перед кем-то или перед чем-то. Вам придется собрать чемоданы и переехать. Говорю сразу, чтобы знали. Готовьте чемоданы. Думаете, что это невероятно? Вероятно, потому что здесь любовь. Любовь. И отнекиваться вам уже некуда будет деваться. Потому что здесь любовь. Солнышко, рассвет. Вы говорите, я так долго этого ждала. Не может быть, это невероятно. Да все вероятно. Это ваша победа. Наконец-то. Вот, может быть, для кого-то зрелый возраст. Вот так сесть и сказал. Боже, как же я благодарна Вселенной, Богу, что пройдя эти все испытания, смогла прийти именно к этому. Вы еще поживете и будете счастливыми.